Друзья, всем привет! Ну, такой коротенький видосик, скорее видеоотчет по вот этим вот моментам, которые я изготовил, да, из тормозных барабанов шкивы. Кому нужны втулки под подшипник первичного вала, пишите. В понедельник буду отправлять. Вот она часть, еще часть уже запечатана в машине, вместе там есть со сцеплениями, ну в сцеплениях они присутствуют. Втулочки, то есть могу доукомплектовать, и чтобы вот не рыться вот в чатах, искать, кто заказывал, что к чему, у меня все как бы уже оформлено. Вот такие вот моменты. Пишите, могу сделать и отправить. Ставится она на ступицу, забивается плотненько, также забивается плотненько сам подшипник первичного вала, хоть на заднюю ступицу, хоть на ступицу с передка, все это проточено в плюсе, так как надо. Вот как-то так. Я уже в прошлом видосе рассказывал, показывал, как собрать по звездам, друзья. Ну, звезды раскупают, видос еще не снимал. Будет два варианта звезд, 10-25, но два варианта исполнения. По ним будет отдельный видос, конечно, если они останутся. Если они останутся, это вот для вариант для полного привода, в основном для тех, кто делает тормоза на диске. Этот обычный. Это проточки для центровки, то есть флянец, ну, в двух словах, флянец редуктора, вот он, центруется, звезда прикручивается. С обратной стороны проточка на всякий случай, друзья, если вдруг сюда придется ставить кардан. Вот, вот такой вот бутербродик, все, понижение, как и на... Практически, как и на ижевской звезде, только ижевская звезда вот какого размера, а 25-я вот какого размера. Повторюсь еще раз, вот они, звездочки приехали, десяточки, 10-25. Это будет один вариант. Второй вариант, ну это в двух словах, видос отдельный будет. Ну, если, конечно, они останутся, потому что их, еще раз повторюсь, раскупают уже после прошлого видоса. Второй вариант будет вот такого исполнения, немножко посложнее. Для чего? Для того, чтобы для тех, кто использует тормоза не на барабанах, на мостах, а на тормозном, друзья, диске. Вот, представим, что это. Но опять же, в двух словах. Видос отдельный будет. Представим, что это редуктор, флянец редуктора, да? В моем случае беру девятошный тормозной. Разница у них тоже имеется вот здесь в посадочных, поэтому она проточена вот здесь в несколько ступеней. Ставится звезда, вот. Дальше ставится кардан. Вот таким вот образом. Имеется дистанция для цепи вот таким вот, друзья, образом. Это чтобы вы понимали. Дальше это все дело не больше, чем вот эта часть, но понижение такое же, как и на ижевских, но это толще, это 6 миллиметров, это 9. И суппорту абсолютно никак не мешает. Вот такие вот дела. Его можно установить хоть так, хоть так, хоть как. Абсолютно без разницы. Это будет вариант для тех, кто делает тормоза на кардан. Вот такие вот дела. Отдельный видос, еще раз повторюсь, будет. Если они, конечно, останутся. Потому что, ну, 20 комплектов это... Ни туда, ни сюда, разлетится моментально. Все, готово будет к установке, как всегда. И звезды просверлены, проточены, маленькие проточенные, вареная шлицевая, вот она, кстати.
Шлицевая уже приготовлена одна. Вот такие есть вертолеты. Они вообще новые, ни разу не стоявшие. Они есть у меня в пачках просто. В пачках запечатаны. Вот. Протачиваются. Вариваются метр цепи. Также звено, полузвенок. И отправляется. Все, как-то так. Ладно, друзья, всем пока. Такой краткий отчетик. Больше, наверное, по вот этим вещам. Пока не поздно. Кому надо, пишите. Сделаю. Отправлю. Вместе со шкивами. Кстати, вот эта коробка, человек прислал два барабана там. Вот ему надо проточить и заново отправить. И еще едет коробка. Мне уже люди начинают присылать свои запчасти, чтобы я проточил и отправил. Вот как-то так. Ну, бывает такое. И еще будут. Вот такие вот дела. Ладно, друзья, всем пока. С вами был Санек. Скотч Сдэк. Пакеты лежат. Всем пока, скоро увидимся. А, есть еще у меня там вообще капец. Капец, там что изобрел, вообще капец. Все, всем пока.